Ракета, вот смотри сюда, ракета. Что здесь такое? Что это такое это вообще за мир? Космос? Ёши, давай! Спокойно. Да чё давай-то, чё давай-то? Ничего не получится. Так, ну что, ребят, это свершилось. Это свершилось, и нет, я не взяла маркер, мои нервы закончили. Как так? Да! Ну, привет. И мы тут с ребятами пришли искать маркеры опять. Нам так понравилось. И смотрите, тут новые красивые карандаши. Ну, перилок, да. Но они разноцветные. Смотрите, а их можно, интересно, нажать? Нельзя? Надо... Ну, пожалуйста. Вроде бы нет. Ну, пожалуйста. Ну, очень красиво, очень красиво. Это в цвет твоей новой одежды. Кстати, да. Посмотрите, это реально прям очень классно. А вот это что, ребят? А мы там, кажется, были. Это галерея. В галерее мы были? Это галерея маркеров. Кажется. Вообще ой, прикол. Вот этот красивый, вот это прям как я, вот этот вот он попыт. Да, понимаете, слушайте, он давайте попыт. Реально. Надо его найти. Я хочу его найти, я не знаю, но дымящийся, посмотрите, с ним что-то случилось. А там рядом толстый какой-то. Какой-то джинни. А, это чайник. Ага. А, слушайте, чайник? А по мне кажется, что их стало как будто больше. Да вроде бы нет. О, второй этаж. Что это? Это я, а ну-ка. Посмотрите. Какой огромный. О, боже мой. Слушайте, вы знаете, мне кажется, это... Ой, это дракон какой-то. Мне кажется, он явно должен быть где-то в маленьком месте, куда ты телепортируешься. А мы его уже забрали. Огромное такое место. Это все, которые у нас есть, конечно. Думаете? Ну, думаю, да. Мы чайник не забирали, а он там есть, мне кажется. Я не помню этого со шляпой, и принцессу тоже не помню, и рыцаря. Вы уверены? Да. Да, это, я думаю, галерея, это, ну, как бы все-все-все. А может быть, это те, которых мы не нашли. А-а-а. Ну, а чё они стоят иначе так? Ну, просто стоят. Просто, как бы, вместо того, чтобы нажать на единичку и посмотреть, ты вот заходишь и смотришь красиво. Блин, может, действительно так? Да, да. Я, кажется, блин, я видела где-то фоточки, вы кидали, вот, не вы, а вы. В общем. Я видела, что ребята как-то залазили на эту штуковину, просто вот берёшь и залазишь. Так там лестница есть. Там в прошлый раз, вот, да, я тоже залезла, но мы уже ушли, поэтому... Всё, а как вот дальше преодолеть? А вот дальше не знаю. О, боже. О, я пошла. Давайте пытаться. О, крутышка. Ого. А что я просто не буду останавливаться, как, ладно. Что это, блин, за бесконечность, не предел? Как, что это за скорость света, я не понимаю. Ага. Ну, какой кошмар, какой-то... Так, оп. О, я прошла. Так. Нет! Ну, блин! Ладно, я поняла. Знаете, что я поняла? Нужно идти просто, будто бы ты безбашенный человек. Самый безбашенный. Не выходит. Ладно. Оп, получилось. Оп, не получилось. Ну, блин, а как у меня получилось первый раз? Знаете, я что подумала? Было бы хорошо, если бы они убирали тех маркеров, которые мы собрали. Ну, да, это немножко иначе... Ты так не помнишь. Отвлекает. Ты приходишь, и все, а какой был, какого не было. Надо помнить все маркеры. По именам, да? Да. Ну, давай, рассказывай, какой ты там поймал, какой не... Блин, а... О, боже, я с шифтом просто прямо пришла, ребят. А я вот так вот, смотрите. Надо прыгать на эти лопасти, мне кажется. Слушайте, а правда, может, если прыгать, то... О, получилось! Кстати, да. Да, как это вышло. Да, с прыжками нормально. Ну, я прыгнул... Ульян, смотри, я прыгнул в правую часть. Говорил. То есть, ну, короче, вот, вот сюда, чтобы она тебе... Ну, помогла тебе, типа, прыгать. Да, я поняла. О! Как мельче, я не заметил эту огромную фигню. О! Извиняюсь. Смотри, сейчас покажу, если получится. Смотри, типа вот так вот. Оп. Ну и почти получилось, ну ты поняла. Оп. Правую сторону. Боже, как там Лану швырнуло. Да, занесло так. И на верхней точке. Да! Мне кажется, это бесполезно. Да, это реально как-то, блин, я была в шаге от этого маркера. А, очень хочется его достать, он такой розовый. Да. Красивый. Сколько мы уже минут 5, наверное, тут сидим? Ну, минутки 3 точно, я думаю. Мне еще кажется, что на пирамиде должен быть. Мы не собирали на пирамиде? По-моему... Мне кажется, это что-то такое чувство, потому что... А тут как? Как тут? Может быть, не, на лопасти, я думаю, тут вот не нужно прыгать, потому что там она была медленнее, а тут она быстрее. Поэтому просто... Ой. Ребята. На удачу. Давай, Ульян. Ребята, я нашла попытный маркер. Я нашла Ульянин маркер. Где он? Пойдемте, покажу. Вот, сюда, за мной. Пойдемте. Вот, ой, а тут невидимая штуковина сюда? Да. О, какая красота! Вы посмотрите! Ничего себе, о, огромный прикол. Куб! А мы можем спопыдить эти штуки? Ой, не знаю. А это что? А где попыт? Так. О. Тут говорят на зелененькую.
Спасибо. А, мы сами должны упасть. А, реально? Ничего себе. Я попал. У меня с первого раза не получилось. Сюда надо попасть. Да вы серьезно? Круто. Это реально тоже бесконечно. Тут вот от нас ничего не зависит. Ой, а ну-ка, а ну-ка. Ну-ну-ну. Да. Да, блин. Полка. А где ящик? Господи. Или тумбочка, что там еще есть? Шкафчик. Так, а как отсюда выйти, простите? Да туда же, обратно нажал. А как? Я только ты смотри, сразу не нажми на кнопку. Подойди, возьми маркер, а потом на кнопку. А я уже забрал его. А, да? А, ну ладно. Да. Так, ну ладно, давайте оставим, наверное, этот красивенький. Ну, он такой красивенький. Посмотри. Не, Ёша все-таки хочет попробовать. Давайте. Последний раз. Да меня достало уже. Ну, не получается, ну не выходит. Все, это челлендж. Да какой челлендж? Так, и... О, хорошо, дальше. А вот тут. Поехали. Нет, 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 зря я пошла. Ладно. Ну, там проходишь, когда только перед тобой прилетает, сразу же идешь. Ну, да, но, блин, а. Но она немножко подлавливает, мне показалось. О, Ёши, давай. Спокойно. Да чё давай-то, чё давай-то? Спокойно. Ничего не получится. Не надо так настраиваться. Зачем? У тебя всё получится. Вот видишь, всё, я говорю. Тебе. Ого. Цветочный маркер. Он смог. Мой. Я получил его. О, Лана? Ну вот, видишь. Да. Лана? Серьезно? А Лана? Я думала, Лана в предпоследнем уровне там стоит. Я уже прошла. Капец. Да ну блин, а я даже первый не могу пройти. Мы поменялись местами с Ёшей и Ланой. Так, ну что, ребят, это свершилось. Это свершилось, и нет, я не взяла маркер, мои нервы закончились. Они меня покинули, и я решила, что потом как-нибудь я обязательно возьму этот красивейший маркер. Главное, что у половины нашей команды есть этот маркер, и это уже достижение. А сейчас пойдемте куда-нибудь еще. Блин, там есть сложность, вот смотри, там есть сложность, вот эта штука сложная, но... Короче, смотри, что надо сделать, надо... Сейчас. Я помню, да. Вот так, аккуратно. Ой. Назад и вперед. Ой-ой-ой, что-то я слишком сильно сделал вперед, слушай, улетел куда-то непонятно куда, в непонятные дали. А там вот обе, мне кажется, тоже будет сложно, да? Да. Ну, можно попробовать разочек, но потом пойти в другое место, потому что реально там очень сложно его пройти. Так, ребят, ну что, Лана тут нашла лайфхак некоторый. О, оказывается, здесь есть бег. О, боже мой! Вот тут вот кнопочка снизу, и это значительно упрощает нам жизнь. Агась. Потому что, ребята... упрощает, но мы все равно не попадаем. Да? Не знаю, я допрыгнула. А я перепрыгнула, нормально, да. Я уже дальше пошла. Я буквально на вон ту последнюю маленький такой квадратик, я туда не допрыгнула. Вернее, я допрыгнула, перепрыгнула, кажется. Ну, в общем, не попала на квадратик, а так хорошо получается. Блин, вот то чувство, когда ты нашел все, ну, или почти все легкие маркеры, и остались такие вот, блин, ужасные. Вообще, слушай, да, не говори. Да, сложненько тут, конечно. Ульян? Да. Ничего себе. Как делишки? Что, прошел? Я. Хорошо. А как он называется? Какой? Ой, типа серый, там что-то. Как-то так. Что, просто серый? Ну, он не просто серый, он какой-то особенно серый. Пожалуйста. А ты где, Ульяна? Я тут. А, о, здорово. Нет, я не умерла. Ну, там, короче, смотрите, отключаете скорость. Да. И просто вперед, аккуратно. Там нормально будет, я считаю. Отключила. О, ребят, я куда-то пошел смотреть. Это какой-то кошмар. Не, я ушел отсюда, похоже. Ой, ребят, это же как в Тавре. Да, тот самый уровень с маленькими квадратиками. Дурной уровень. А бег ты тут включал? Нет, тут без бега. Нет, там бег надо выключать, типа, как раз. Ну ладно. Я на самом деле всегда выбирала тактику. Ой, а что я сделала? Я выбирала тактику, когда я проходила в Тавре подобный уровень. Я просто шла, не думая. Прям шла. И особенно быстрее начала. Ага. Да. Да ну в смысле? А, я поняла. Нельзя сразу прыгать, да, наверное? Потому что я вот почти допрыгала, и меня будто бы кто-то остановил. Знаете, так за хвост, за крыло. Да, сюда. Есть такое. Назад. Вот на втором надо останавливаться, мне кажется. Ну, точно не знаю. Я вот на третьем споткнулась. Знаете, если бы не этот чекпоинт, я бы уже ушла отсюда, потому что он просто не дает сдаться. Он не дает никакого выбора. Как так? Да! Ура! Чайник закипел. Прошу пить чай. Я вместе с ним.
Нет, ну вы видели, ну вы видели, ну как же так, ну что такое, я сейчас буду плакать. Это издевательство какое-то. Ребят, ну что, как вы? Я бегущий человек, собственно говоря. О, да. Слушай, давай. Ну неплохо, неплохо. Ульян, а включи ускорение и допрыгни. Ты уверена? Не, только не перепрыгни. О, я успела, я успела. Да? Фу. О, молодец. Ура! Ой, а наконец, как... все, я ресетуюсь, получается, ага. Да? Да. Это капец. Давай, это я капец. Тут это показать хотел. Я там заметил. Смотри, а там какой-то маленький лежит. Ты где? А где ты? Вот, я пока еще ресетуюсь. Вот на я. А, вот, вот. Тють. Где тють. Ты? Вон, так. Туда. Чудо. Смотри. Это что за малютка лежит, я не понимаю. Листик какой-то. Вон скажите, там вот мы забирали. Пожалуйста. Ладно. Вот, да, как зеленый тот забрать? Я не могу до него. Мы забирали его, да, я помню. А вот тут мы были. Смотрите, здесь какая-то могила. Так заходили вроде, не? Нет, зомби. 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 Ну, вы посмотрите, а он такой. Вы еще ожидали-то. Ну да. У него такое да. Забавный, забавное лицо. Капец. Вот, вот этого мы, кажется, не забирали. Посмотрите, он. Ой, да, точно не забирали. Смотрите, у него листик там на боку. Да. Так, а ищем. Как попасть к нему? Наверное, через вверх. А, через вверх, смотрите, давай через вверх реально. И. Да, как-то тут нужно попасть на дерево именно, да? Ускорение. Ага. А, в смысле? А, вот пошли. Так просто? Вот отсюда, да. Да. А, ускорение, наверное. Точно. Я забыла. Блин, оказывается, ускорение очень много решает. Это точно. Он такой хорошенький. Угу. Ребят, ого. Ребятушки. Чего? Чего там? Вот это кому? А, мы его забирали, походу. Да, да, забирали. А что мы тогда тот не забрали? Какой? Вот, который вот только что забрали. Ну, короче, не ясно. Ребят, что, я куда-то телепортировалась. О, господи. Так, я иду, я немножко Ульян, сосредоточена, вот поэтому, пардон, я бегу. Вот, вот сюда, только осторожно. Там надо будет, Ульян, надо будет лететь, ловить. Влево. А, о. На красненькую, поймала? Я... Ничего себе. Я просто, я не поняла, что происходит, что нужно делать, я просто куда-то полетела и прилетела, и вот он курица. Ой. Или петух, я не знаю. Капец, крутая. Жесть. То есть, ребят, да, ребят, так получилось. А я еще что-то вижу, смотрите, вот что это, вот на вот Ой, а вот тут вот еще есть. Вау. На крыше. А что это такое? Ульян, спрыгивай, Ульян. Нет, подождите, а что это такое? Какая-то красная кнопка стала белой. И вот тут на крыше этого дома есть что-то. Да, 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 там есть. Ну, Ульян, ну тут тоже вот есть, нашла Лана ну, только что. Ну я же тут рядом. Ну ладно. Ну ладно, 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 ладно. Нет, давай, давай, давай. Все, я иду к вам. Я иду к вам. А мне кажется, на крышу дома нужно как раз-таки с этого верхнего телепорта, по-моему, иначе никак. Ульян, смотри, да? Вот сюда вот там прыгай. Там вроде как есть лестница. Ой, так иду. Ну только допрыгни вот на это дерево. Ой, так, я включена, так. Ого, ничего себе шахматист какой-то. Ребят, там надо было... А, ребят, там где красный, надо было в другую сторону пойти, и можно взять еще один. Серьезно? Да, воздушный шарик, маркер воздушный шарик. Так, блин, а сейчас вот у меня один раз получилось случайно, а сейчас не получится случайно. А потом можно на дом спрыгнуть, Ульян, на дом потом можно спрыгнуть. Офигеть. Да, потом вот сюда просто. Да капец. Сейчас все получится, давайте, я в вас верю все. Так, я взяла этот красный, эту курочку. А я еще, знаете, я когда там приземлилась, я подумала, ну не может же быть так, что только одна курочка там есть. Ну явно что-то должно быть еще. И вот, да. Спасибо. Получилось? А где воздушный шар? Вот сюда, вот в край, вот туда иди. А, да, 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 да. Вот сюда прямо, вот, вот сюда. За мной. А, просто прямо? А еще на него надо попрыгать, он иначе не берется как будто. Да? Ну ты даешь, конечно. Бедный шарик. Так, все, получается, катапультируемся. Оп. Здрасте. Дымоход. Не знаю, какой-то он, знаете, уставший. Уставший такой красненький. Так он сгорел на солнце. Конечно. Так, а где мы еще не были? У нас смотрите, явно вон нет там 150 внизу штук. Внизу там есть кнопочка красненькая. Мне кажется, она что-то делает. Ой. Здрасте. Тут, кстати, есть еще один челик, который вы не брали. Тут крал. Смотрите. Я хочу сюда. Вот мне кажется, тут что-то есть. Я вижу что-то здесь. Что мне делать, чтобы здесь было что-то? А может, стоит зайти просто в дом? Так нет, это... А мы уже были в этом доме. Мне кажется, это... Мне кажется, тут не получится. А, ты думаешь, это просто... Нет? Вот этот коралл, Ульян, вот сюда. Вот коралл. Так, иду. Так, там попадайте его, он в центре. Мне кажется, у меня уже есть. А, нет, нету, ничего себе. Так, ребят, я там посмотрела, там оказывается действительно вход через дом. То есть тут нет никакой секретки, поэтому ага. Как-то так. Давайте сюда, тут очень круто. Пойдемте. Так. Нам сюда. Получается, нам сюда.
Ой, о, здорово. Здравствуйте. Какой он рукастый. А, это у него... Ой, странная штуковина на самом деле. Ой, можно упасть, да. А, ребят, там есть ракета. Слева сверху ракета. О, вот тут, ребят. Столько всего. Вы чего там? А, это вы тут? Во-первых, вот чувака взять, белый. Во-вторых, сейчас пойдем. Нет, вот да, вот сюда, вот ракета. Вот смотри, сюда. Что здесь такое? Что это такое вообще за мир? Это прям космос или что это такое? Чего? Ой, вот тут, я вижу тебя. Это ключ. На этот раз это ключ, а не лопата. Ага. Ну, я не знаю. Пойдем возьмем. Допустим. И вот тут еще есть ключ. А, нет, это y равно 2. Значит, x равен... Пишите в комментариях. У нас нет уравнения. Так, куда Лана пошла? Куда-то на станцию. Ульян, там Лана куда-то пошла. А, R равно 5. А, вон, смотри, там вон еще. Ой, я под ракетой не взяла. И вот еще есть какая-то штуковина. Да. Это какой-то марсианин, да, получается? Да. Ничего себе. Хотя эта стрелочка подозрительно очень. Не ясно. Не знаю, мне кажется, что туда... Не нужно. Хотя, давайте все-таки прыгнем, почему бы нет? О, да, ребят, надо прыгать и упираться в этот, Капец. Ой, в скалу. Ага. Куда вы там прыгаете? То есть чуть-чуть вперед и сразу назад, ну, типа в скалу эту. Ладно. А потом в космос можно попасть, ребят. Вау. Так, нашли? Да, это космический маркер. А куда в космос? Я пойду туда, куда ходила Лана. Вот да, я вам тоже советую, но там еще есть какой-то ход. Погоди, в смысле, а ты в космос не попала? Нет, не попали. А надо было? Конечно, там же есть портал. И у меня тут огромный лабиринт еще. О боже, а почему не сразу? И в лабиринте, о боже, void маркер. Ого. Ну, у нас тут тоже классный, между прочим. Ну да, он красивенький такой. Это, короче, пустотный. Я не знаю как, но он просто типа темный такой. Пустотный, смешное слово. Да дайте мне взять этого маркера. Ну, Лана, что ты делала, чтобы его взять? Я попрыгала на него. Тут еще есть какой-то код, но я его совершенно не знаю. Ключ, ставьте ключ. Хорошо. Блин, как к вам попасть-то? А, вот попал. А, ребят, так а вы не зашли? Вот смотрите, блин, в этот портальчик такой. Слева в этой комнате, там где был темненький такой маркер. Там надо было слева войти в лабиринт, короче. Вы не зашли туда, сейчас, да? Сейчас попробуем. Короче, ладно, вот я. Ну ты, да, иди там вот туда, я в то не понял, здание. Что нужно делать с этим ключом. А где вы? Вы зашли внутрь? Мы типа? Зашли внутрь, да. А вот этот вот код R равно 5, Y равно... Y равно 2, да. Это красный, наверное, 5. Ого! Yellow 2. Так. Да? Y там же 2? Да. А P это пурпурный. Purple. Так, да. А сколько там? Ну, вот там налево, я если пойти знаю. Сейчас сразу. Вот налево там он сейчас. Есть. Итак, P равно 1. Ага, так. Осталось еще 3, оранжевый, зеленый и голубой. Блин. Итак, ребят, Йоша тут нашел маркер, который он искал, когда мы были в другом месте, поэтому я... О! Господи! Космос, пойдем. Космос, пойдем. Да, реально. Не знаю, космос. Куда идти. О, боже, это ваши руки были! Да, вот. А, стой, подожди, не туда. Я просто здесь. Где ты? Вот. Ёша, а ты тут инвертированный маркер нашел? Нет. Тут есть где-то. Где-то. Я нашла, просто я другой не могу найти. Мы сейчас потеряемся. Реально, ужасно. О! Какая-то дверь. О, точка, Лана. Инвертированный. Чего? Ой! Это азбука. Ульян, тут какой-то точка просто. Это вообще обалдеть. А как вернуться? А как выбраться? А как мы вообще попали сюда? Мне кажется, тут не... Мы упали, вот, я нашла... Да, вот тот самый void маркер. А, ага. Ура. Ульян, мне кажется, тут явно не один и не два. О, Ульян, здорово. Вот, смотри, вот привет. Он. Смотри, какой. Ого, ничего себе. А подождите, давайте посмотрим его редкость. Их редкость. Мне кажется, самый редкий. Реально, это инсейн. Ага. Серьезно? А, ну почти экстрим. Ничего себе. А экстрим что-то есть о, сегодня? О, грей, как раз таки тот самый серенький, который мы взяли. И все. Слушайте, ребят, ну классно. Мне на самом деле больше всего понравился вот этот вот трехточечный. Вот этот вот красивый с двумя глазками. Ой, вообще классный. Ну, я думаю, что ту задачку мы решим в следующий раз. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.